Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. В сегодняшнем видео будет обзор товара от торговой компании New Chic, с которой у меня сотрудничество. Кто любит обзор товара, кто любит распаковку посылок, милости прошу, кому это интересно. Конечно же, мы, вязальщицы, можем многое связать, но не все подвластно нашим ручкам. И мы утепляемся, идет зима, и покупаем теплое пальто, куртки, пуховики. Вот такой пуховичок прилетел ко мне из Китая, из интернет-магазина New Chic. И я им довольна. Сейчас показываю вам его издали. Конечно же, рассмотрим все поближе, и я вам его продемонстрирую. Скажу сразу, что я очень довольна продукцией этого интернет-магазина. И уже некоторые из вас, кто смотрит мои обзоры, заказали себе сапожки в предыдущем обзоре. И их ждут. Я надеюсь, что они вам понравятся, и вы будете очень-очень довольны. Ну, а сегодня обзор вот этого пуховика. Да, сейчас этот пуховик представлен только в одном экземпляре и в одном размере. Поэтому торопитесь, у кого 54 размер, но этот размер идет на, скорее всего, 52, потому что в данном вот обзоре вы видите пуховик 54 размера. Я ношу размер 48-50, и он на меня как раз. Вот как раз в этом магазине остался один единственный размер 54, цвет, правда, там армейский, это темно такой глубоко зеленый, да. И стоит этот пуховик, если вы успеете его купить, внимание, 770 рублей. Это просто сказочная цена. Когда я заказывала вот пуховик, который вы видите на экране, он стоил 41 доллар. Это тоже, в принципе, недорого, но за 770 рублей это вообще просто шикарно. Если не найдете именно такой пуховик, побродите по сайту, посмотрите на цены и посмотрите на качество. Итак, я подхожу поближе, и мы начнем рассматривать этот пуховик. Значит, мех здесь отстегивается. Я даже не знаю, буду ли я носить именно вот этот мех, но он искусственный, вот такой веселенький. Видите, здесь вот сейчас модные вот эти вот нынче всякие раскраски и принты. В общем, мне нравится, в принципе, и с этим мехом. Но кого не устраивает, можно, конечно же, отстегнуть. Здесь есть вот такие пуговицы. И у меня есть воротники от других пуховиков, которые сюда, ну, просто идеально подойдут. Он с капюшоном. Пуховик очень-очень легкий. Скорее всего, подклад синтепон. Здесь есть замок, молния пластмассовая, и она с двух сторон. То есть можно расстегивать снизу, если холодно, допустим, достать что-то в кармане вот отсюда. И можно расстегивать сверху. Здесь, значит, вот такие вот затяжечки, которые можно немножко подтянуть. И вы знаете, когда их подтягиваешь, я первый раз вижу такую вот линию затяжки. Видите, как она идет? Вот здесь вот все сжимается, и в холодную погоду, в холодные морозы все очень хорошо притягивает к вашему телу. Значит, что здесь? Вот такая резинка на рукаве и резиночка, я имею в виду на рукаве вверху, и резинка на рукаве внизу.
Ну вот, в принципе, и все. Вот такая моделька. Мне очень-очень нравится. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Как он выглядит со спины. Вот такой капюшон. Причем капюшон, ну вот то, что нужно. Он и не маленький, и не большой. То есть не телепается по голове. Вот эта же резинка по линии. Ну, своего рода такая круглая кокетка, я бы сказала так. И внизу вот такое украшение тоже можно немножко подтянуть, если холодно, и как бы утеплиться еще. Ткань здесь плащевка, такая вот, я не знаю по качеству, я, знаете, друзья, вот как бы ориентируюсь цена-качество. То есть даже за $41, вот когда я его заказывала, $41, да, ну, это на русские деньги, что там получается, на 6 умножаем, 2400, и там, ну, в общем, около 2700, что-то такое. Очень глубокий карман, вот я сейчас выверну, вы посмотрите, то есть рука хорошо, как бы, входит, и все нормально. То есть руку можно спокойно согреть. Ну вот, в принципе, и все, что я хотела вам показать поближе. Давайте расстегну, сейчас посмотрим. И потом уже я вам его продемонстрирую на себе. Ну, в общем, вот такой вот пуховичок. Итак, разложила я на диване, чтобы мне было удобнее показывать. Вот если китайский размер, то это вот 3XL. То есть это 50-й размер. Ну, там все на китайском. Если кому нужны сведения по стирке, 30 градусов, утюг перечеркнут. Ну, я думаю, что его можно погладить. Кстати, мои хорошие, о стирке. Сейчас я вам заодно покажу средство, которое я случайно узнала информацию об этом средстве для стирки пуховиков, именно пуховиков. И вы прекратите пользоваться химчисткой. Это очень выгодное средство. Продается оно в Спортмастере. Вот эта фирма. Вот он размер. Ну, вот так вот пуховик смотрится изнутри. Обычная такая плащевочка на подкладке. В общем, меня все устраивает. Сейчас покажу вам это средство. Вот это средство для стирки пуховиков. Вот так называется. Down and Wool Wash. Вот здесь даже нарисован пуховик. Девочки, мальчики, купите, не пожалеете. По-моему, около 500 рублей стоит вот этот флакон. Мы пользуемся уже, по-моему, третий год. Несколько стирок. Здесь нужен всего вот такой колпачок. Запихиваю в машинку и стираю вообще, ну, просто на обычную стирку ставлю. Ну, естественно, я, по-моему, даже выставляла на 40 градусов. Вот такое средство. Купите, не пожалеете. Вот, 499 рублей покупали мы, как ни странно, в Спортмастере. Вот видите, уже старая этикетка. Я говорю, этому средству уже года 3. И каждый раз мы пользуемся им и не ходим в химчистку. Потому что химчистка забирает очень много денег. А вот такая штука. И получаются как новые. Совершенно ничем не отличается от химчистки. Так что я вам рекомендую это средство. Еще раз. Down and Wool Wash. Ну, а сейчас пойду готовиться к видеосессии и продемонстрирую этот пуховик на себе. Итак, дорогие друзья, посмотрите на это чудо. Я настолько довольна. Просто шик.
Теплый неимоверно. Я уже хочу его снять, потому что мне очень-очень жарко. И посмотрите, как сюда вписалась эта шапочка. А? Я когда получала эту посылку, я не знала, цвета придет пуховик, потому что либо белый, либо черный. Очень тяжело на ломаном китайском договориться с китайцами. Но я надеялась, что все-таки белый. И как нельзя кстати подошла сюда эта шапочка. Очень глубокий карман. Рука, видите, входит, можно забыть варежки и погреться. И очень-очень теплый и легкий. Вот такая вот красота. Вот этот воротник, конечно же, можно менять. Я сейчас или вообще его отстегнуть, или просто поменять другой. Я сейчас постараюсь это сделать, и вы посмотрите, как это выглядит. Либо без воротника, либо с другим воротником. Вот я отстегнула мех. Посмотрите, как смотрится без меха. Тоже, на мой взгляд, имеет место быть. Неплохо, но мне все-таки нравится больше с мехом. Мы сейчас посмотрим, как же можно поменять мех, если таковой у вас есть, и прицепить совершенно другой мех. Друзья, вы помните эту нашу переделку? А посмотрите, как шикарно-то получилось. Я знаю, что некоторым не нравится, но у меня есть свое мнение. Мне тепло, комфортно, и меня все устраивает. Посмотрите, какая прелесть. Сюда пришью китайскую кнопочку. Он будет вот так застегиваться, но это когда я сделаю подклад. И вот. Вуаля. Итак, это последний воротник, который есть у меня в наличии, который просто преображает этот пуховик. Посмотрите. Меняем воротники и получаем совершенно другой пуховик. Сюда пришью либо кнопки, либо пуговицы. И можно будет менять воротник под разные шапки. Конечно, эта шапка сюда не идет. Но пуховик поменялся до неузнаваемости. Итак, мои хорошие, это была презентация пуховика от интернет-магазина New Chic. Покупайте, если успеете, 770 рублей.